победу вместе со Стерненом, который уступает 5 очков Превцу. Ну а сейчас Фройнд. Фройнд, сама позитивность, сама сосредоточенность и сама стабильность. Хорошая скорость под 102 километра в час. Фройнд тянет до конца и очень-очень качественную выполняет попытку. Хотя с ветром ему и не повезло, но он выдавил из этого максимум. Я не думаю, что он станет новым лидером, но виртуальную тройку сильнейших, вице-лидер общего зачета Кубка мира и обладатель Кубка прошлого года, войти должен, несмотря на то, что дистанция выглядит не впечатляющей после 248 с половинкой в исполнении Гангнеса или даже 242 с компенсацией Даниэла Андре Танде. Шустер доволен. Есть причины для радости у него. Техника, и вот вы видите, поправка в плюс хорошая и очень хорошие студенческие оценки.